Вот одиночная рецессия, высокая, узкая рецессия, здесь почти 8 мм была у пациента. Ассоциирована она с абразией твердых тканей. Это третий класс по Миллеру, убыль дистального сосочка межзубного, отсутствие апикальной кератинизированной десны. Здесь, в общем-то, задача стояла в том, чтобы создать зону кератинизированной десны в области апикальной рецессии. Возможно, чтобы использовать двухэтапный метод. Вот здесь видно, мы отложили глубину рецессии для того, чтобы сформировать хирургический сосочек, да, депитализировать анатомически. Здесь видно, что откладываю я 8 мм. 8 мм глубина этой рецессии. Выполняется разрез первый горизонтальный на ширину рецессии. Плюс 6 мм. Деэпитализация производится зоны самого дисшелевидного вот этого узкой рецессии дефекта. Только маргинальный, только эпители снимается. Скальпель вы устанавливаете перпендикулярно зубу, поверхности зуба, для того, чтобы просто снять только эпителий. Формируете, начинаете формировать второй вертикальный разрез. Таким образом отслаивается этот лоскут и мобилизируется. Мобилизация проводится так же, как при корональном смещении, просто расслаиванием, расщеплением в области слизистой, а собственно слизистого слоя. Вот этот вот трапециевидный лоскут латерально начинает перемещаться в зону рецессии, мобилизация дополнительно и фиксация, и фиксация. Обвивным швом, здесь этап, в общем-то, ушивания достаточно хорошо, вы прокалываете сосочек соседний межзубной дистальный. Здесь так сложилась сама операция, что фактически донорской зоны не оказалось. То есть по каким-то таким вот случаям, такая мобилизация произошла, что сама донорская зона закрылась произвольно при латеральном перемещении. Такое бывает не всегда. В области нижней челюсти донорская зона будет достаточно большая и требуется все-таки ее перекрыть хотя бы коллагеновыми какими-то губочками или зафиксировать, чтобы было более комфортно для пациентов послеоперационный период. Это ситуация. Через год рецессия, которая у него осталась, она 3,5 мм. Сосочек никак не пострадал. Дистальный, я бы даже сказала, что он стал больше, потому что тот сосочек, который был у него изначально, был все-таки почти на 1/3 у него убыль была. Мы провели второй этап, корональное перемещение, потому что мы создали хорошую зону прикрепленной ширины кератинизированной десны в области апикальной рецессии. Можно сделать теперь классическое корональное перемещение. Это обработка корня зоны специфической кереты. Во всех этих методиках поверхность корня обрабатывается так, как мы уже с вами обсуждали. По одному и тому же принципу. Вот. Непосредственно после операции. Здесь уже сразу видно, насколько хороший объем у него и толщина кератинизированной десны, и ее ширина. Это через 2 недели, это этап снятия швов.